Так, ну а двери я решил сделать просто. То есть я возьму вот эти две рейки. У меня еще куча вот таких зеленых палочек. И набью так вот их сюда. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Должно хватить. Потом петли. Ну и все. В принципе, больше ничего и не нужно здесь. Главное потом, чтобы не была уж такая тяжелая, что... Главное, чтобы я потом утащить это мог один на своей тележечке. Ну, я попробую. Может быть, получится. Так, ну все, сейчас я притащу эти палки. И мы начнем с вами делать дверцу. Один утащить. И не развалить по дороге, да? Дверь-то я сделал уже. Сейчас покажу дверь. Вот она, дверь стоит из разных кусочков. Ну, так получилось, не хватило мне на целую дверь одинакового материала. Поэтому вот сейчас попробую ввести это на дачу. Если получится. Ну, вот так. Пойдем. Ну вот, пожалуйста, дверь закрывается, здесь поставлю замок, так, там дырочку зашью еще, и что надо еще сделать, ну она как будто тут и была вообще-то, да, хорошо, так, от этого замка у меня нет ключей, но я думаю, я воспользуюсь способом, который я посмотрел в интернете. Надо найти два больших гаечных ключа сейчас. Так, интернет предлагает взять два больших ключа, засунуть их вот сюда и постукать. Не знаю, надо какой силой надо обладать, чтобы это свернуть. Эх, у меня такой нет. Ну, это хороший замок, ребят. Это не фифти-фифти вам. Вот так просто не возьмешь. Ну, пилить уж очень не хочется, ребятки. Пилить.
Ну вот еще после нескольких ударов. Так, теперь это не откроется, да? Да нет, нормально все. Ну вот и все, друзья. Готово почти. Как я сказал, надо тут закрыть крышечкой. Это без проблем. Вырежем, откроем. И здесь сделать дно. И здесь сделать полку. Вот, и тогда... Ну, это уже завтра. И завтра же я и повешу замок. Ну что, Собакин, пойдем? Давай пойдем.